Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас фары Kia Ceed. Одну фару я вот уже сделал, вторая будет полироваться, шкуриться, ну и клеится пленка. То есть хочу показать, как выглядели фары до и как выглядят после. Линзы не я ставил, кто-то давно ставил их, я делаю только пленку. Вот так выглядят фары. Очень даже печально. Вот. То есть, в принципе, это все ушло. То есть они немного дымка внутри. Ультравижн Ультимейт Плюс поклеил пленку. Она еще только-только поклеил. То есть когда она высохнет, она окончательно станет прозрачной, там микропузыречки, там все это еще поуходит. То есть вот еще раз было до. И стало вот после. Ну еще не стало, будет так же само. То есть сейчас делаю вторую фару и покажу окончательный результат. Вот такой вот результат. Фара печальная внутри немного. Вот так это выглядит в конце. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.